Всем привет, мы продолжаем играть в террарию. Сейчас будем валить королеву пчел, которую мы так по-тупому забыли в тот раз завалить. Да, здравствуйте, я наконец-то сделал себе полную броню, теперь я могу быть невидимым. Да, выглядит круто. И мы приступаем к убийству. Да, это будет очень быстро, я в этом уверен. Это будет очень долго, так что приготовьте еду, там, еще что-нибудь. Да. Там, возьмите себе попкорн там или... Одна ракета, заметь. Так, а, так мне это урона же не наносит. Как это сложно было! Тима, мы справились, поздравляю тебя! Было сложно, но у нас получилось. Что выпало? По-моему, ничего не выпало. Вот это. И все, что ли? Да. Все обещанные банки с медом. А, вот. А как... Подожди, а можно же как-то скрафтить призывалку? Да. У меня есть идея. У меня еще выпал Honeycomb, это когда типа тебе урон наносят, у тебя пчелы вылетают, и я такой от врагов. Такая фигня. Потом еще вот это выпало. Нам нужно выбить трофей королевы пчел. Да. Для этого нам нужно сделать очень много пчелиной массы. Делается она крайне трудно. Как? Там запар на обсидиан для этого нужен. А-а-а. Там еще зажалы всякие. Да. Ну что, я предлагаю следующим этапом пойти либо на голема, либо на плантер. Ну да, потому что тут все близко. Ты батарейки взял? Да, две батареечки у меня. Ага, хорошо. Ты куда пошел? Тут у нас же выход сверху. А я вниз спустился. А, там тоже что ли есть? Просто мы что-то плантер видели. Ты, кстати, наушники забыла здесь. Нет, так давай, может, сначала голема завалим, чтобы... Ты забыла здесь. Плантер, она запарная, а голем... Ты наушники забыла здесь. А, да. А то я слышу свое эхо. Это меня очень печалит. Любом нам надо голему отсюда проходить, потому что мы же пока не можем эти блоки ломать. О! Ох ты. Шаманчик пришел. А вот есть так. Ульта ставит огромный тотем. Что-то ты немного как ты как-то прерываешься. Давай. Тут был мимик, выпал клинок. Я уже в этом захожу, в этот храм. Я вижу, да. Ты в нем уже? Да. Ну ты что, не видишь меня на карте? Ты там где-то в другом месте. Ты все ловушки обезвредил? Да. Ну кроме шипов. У шипы, я думаю, я не настолько тупой, чтобы не попадаться. Ну и я тоже. Я, по крайней мере, на это я надеюсь. Ой, попался. Что? Ну, случайно попал. А? Как в сундуке ничего нет? Зелье гравитации. Опа. Факелы. Вот факелы я возьму. Ну, помню, я вот здесь сдох, столько было ловушек, мы были не готовы. О, вот там тоже я все обезвредил. Так, сейчас у меня хп маловато, сейчас я отрегенюсь немного. Я взял супер дарт трэп. А-а-а. Ой, я нашел еще одну батареечку, поздравляешь. Дарт трэп это... Это не вот это случайно? Нет, это просто блоки. А вот. Супер дарт. Да, вот я ее тоже нашел. Ну что, ты готов к убийству? Вот так вот, все, теперь да. Мне нужно чуть подхилиться. На тебя летит злой парень. На тебя не летит злой парень. И готов? Угу. Погнали. Блин. Ай-яй-яй. О. Я же сейчас невидимый, по идее, да? Да. О, дамаг возрос, все. Опять он этими лазерами стреляет, как мне это бесит, когда он это делает. Почему он опять стреляет и... Всё, он опять стреляет в меня. Били, да, его голову, всё? Да. Я, пожалуй, знаешь, как сделаю вот так вот. Ой, тут слишком много ящериц, слишком много ящериц. Откуда здесь столько ящериц? Их только что не было. Запускай, слышь? Блин, и лазерами стреляет. Оу! Да! Ты там живой, нет?
Да. Потому что все люли мне достаются. Да то же самое, что в тот раз они доставались мне. Это ж не есть хорошо, я ж пилот. О, выпал это... трофей голема. Санстоун. Санстоун, и... да? Да. Ой. И выпал трофей голема. Ага, это самое лучшее. Выпал бы киркопил поскорее. О, мне выпал подарок, и в нем. Волки, да. Да, мне тоже. Так, я предлагаю еще разочек. Угу. Ладно, так. Сначала голову убиваю. Ну понятно, что голову, пока голову не убьешь, ничего больше убить и нельзя. Ну, кроме кулаков. Откуда здесь только ящериц? Почему я его танчу опять? Дима, где ты? Да вот я тут, а сейчас. Мне же нужно стать мальчиком-невидимочкой. Все. Я вот когда он начнет стрелять лазерами, это будет очень просто неприятно. Ракета делает свое дело. Смотри на это. Просто да. Просто писатель спитает. А теперь топ. Лазеры. Как он у меня ими попадает? Ой-ой-ой. Он почему всегда стреляет именно в меня? Вот когда я рядом, он стреляет в меня. Стадия голема пошла. Так, подожди, подожди. Не, пока не бей его, дай мне отрегениться. Получается через него пройти, я в ловушке. Сейчас, у меня мало ЗП пока. Нет, пока бы пить голема. Не надо, он станет лазерами стрелять. Окей. Он всегда бьет меня, поэтому... Просто я застрял немного, я не могу отсюда никак выйти. Ты тупо стой на одном месте, жди, пока я отрегенюсь. А то я сдохну. Потому что он всегда стреляет именно в меня. Он может пока шипы поубирать или там еще что-нибудь. Зачем? Просто так. Так, 4, 3, 2, 1... Его там бьет наш маленький тип. Да. И, Дим, я все еще не могу его бить, так что... А копье? Я не могу пройти через... А, копье! Что выпало? Топорик. Сейчас будет по... очень много... Ой-ой-ой, ух ты, ничего себе. У нас проблемки, да. Вау, откуда их там столько? Ты что выпало-то в итоге? Топорик, говорю. Что? Топорик. Какой? О, дай мне. Окей. А, это мне нафиг. У нас, кстати, еще вот это есть, у нас еще одна есть батарейка. У нас есть еще одна батарейка. Ух ты, сейчас... Надо пробудить этого... Томагавка. Готов? Блин, тут опять эти чуваки откуда-нибудь опять доберутся. Давай ты подрегенишься, не? Да. А я пока... Мне нужно достать кое-какие ловушки, сейчас приду. Где же они были? Которые с потолка падают. Эти штуки. Опять тут этот змей появился. Вот я на одну секунду ушел, он уже здесь. Это вообще так бесит. Как же они выглядят? Не знаешь, как они выглядят? Какие? А вот, я, кажется, нашел. Да, нашел, ура. Какие хоть тебе ловушки-то надо? Спики, болт, трэп. А, спайки. Пофиг. Нет. Что, are you ready? Да, я, в всякий случай, шипы тут самые близкие убрал. Дим, подхилься, ты вообще... У меня, блин, у меня закончились... А нет, не закончились, вот у меня они. Блин, офигеть, вот этот Zillow's Post Hatchet, он сносит 97. Да. Сколько ж тогда сносит молот паладина? Вроде 100 с чем-то. Вау, откуда тут опять этих змей столько? И скорость просто огромная. Просто. Ты готов? Угу. Ты не подхилился. Я подхилился вроде, но я, по крайней мере, я зелье выпил. Я 300 жизней. Ну да. Ну а что мне еще делать? Снимать трусы и бегать. Петросян. Петросян у нас на дирижерском учится. Я знаю.
Погнали. А кулак откуда падает? Из кулака голема? Нет, вроде. Чтоб прилостить перемен. Когда у него... Смотри, как у него хп улетает. Как, вообще, вот сейчас, видишь, у него повернулась голова. Это значит, что он сейчас лазерами стреляет. Ай-яй-яй. Его лазеры, они опять меня стреляют. Все нормально. Что отбивать? Так, не надо. Так, все, не бей его, не бей его! А, окей. Ты смотри, сколько у меня хп. Его бьет пигмей. О, все. Не бьет. Готов? Думаешь, у меня так хп. Неплохо. Там опять столько уродцев заспавнилось, просто. Мам, мать моя. Как насчет того, чтобы погнали? Ну как думаешь, у меня хп достаточно? Ну да, наверное. Ну, ладно, давай. Все, он пишет хп быстро, он даже лазером еще не стреляет. Все, убили. Пиксел выпал, да. О, да. То есть теперь мы сможем эту хрень подобрать и поместить в другое место. Да. Прямо сейчас это зайти. Да. Давай возле дома его поместим. Да. Да? Давай. Все, я забираю тогда эту штуку. Угу. Че? Она не дропнулась. Она дропнулась? Тебе дропнулась? Да. А, все. Так, у меня еще одна батарейка есть, но пофиг. Ну все, у меня есть крокодил. Да. Так, тогда знаешь, что я хочу? А-ха-ха. Офигеть, ну и скорость. Да я знаю. Так, забираем все статы, я люблю статы. Так статую мы могли и без без него взять. Ну что? Откуда здесь столько этих мобов? Столько. Ну все, киркопил у нас есть. Теперь предлагаю завалить плантеру. Да. Только сейчас мне нужно просто. Оп. Тут где-то был лайффрут, насколько я помню. Я, скорее всего, его уже взял. Хотя, я не знаю, когда ты говоришь, что он был. Постоянно заново. Ну да. Но оно же не на одних и тех же местах вырастает. На одних и тех же. Не. Это ты его собирал в одном и том же месте растать? Не, они в случайных местах собирают. Вырастают. Вот плантерочка. Да, вижу. Блин, у меня хп мало, не вздумаю сейчас вызывать. Почему-то мобов вообще что-то невероятно просто много. Просто вот невероятно финиш, много. Нет. А? Финиш свечи вроде нет. Да. Так, у меня же есть топорик, который все подсвечивает. Вот, видите. Че, хочешь? Опа. Было эпично, если бы нам сейчас еще и УЗИ выпало. Самое главное сейчас, вот, когда я буду плантеру, мы будем убивать. Когда у меня ХВ будет мало, ты отвлекай ее на себя, чтобы я... Если я буду ее видеть хотя бы, не то как в прошлый раз. Не, в прошлый раз это залагало, что-то так получилось, а так-то сейчас вроде все нормально. Так, ну чё? Чтобы я ее отвлек на себя... Должен перестать ее дамажить, я должен ее очень много дамажить. Да, надо тебе просто близко к ней. Блин, наверное, прикинь, подлететь. Это штука самонаводящаяся. Ага. Ну что, давай, самонаводящая. Давай, го. Сейчас, подожди. Где плантерочка? Так, нам нужен трофей плантеры, у нас же его нет. Ох, это будет больно. Да. Где она? Она вон. Вот она. Это стоять на одном месте. А ты чё её не бьёшь этим топором? Так зачем у меня же... Не-не, намного быстрее надо будет снять шаг. А, ну ладно. Я же сейчас не бью, буду стоять. Ой, вот это шип... Води её где-нибудь тут по кругу. Надо вот эти шипастые шары, они жёсткие. Розовые. Я на почти... Ой! Все, Дим, бегай. А?
тебя отвлекаем, кстати. Нам не надо подходить. Выводи ее сильно далеко отсюда. Да. Подхилиться. Ем птичка крылка. 4 зеленых практически. Все, она улетела. И... Ай! Сможет. Уф! Еле-еле, я чуть не умер. Что из нее выпало? Гранатомет с минус 13 скорость, минус 13 этот... Как уж ее, ну, короче... Как это фигня называется? Все, да, ну и темплки, разумеется. А. Я предлагаю сейчас прогуляться в данжик. В данжик? Ну, у нас есть... Если в данжик, то у только... У нас есть темплки и заготовочка. Да, но только придется в данжик идти в другом мире. Почему? Потому что у нас здесь нету сундука Кримзона. Может, еще раз плантеру завалим? Ну, можно, только ее надо найти. Сейчас найдем. Я, посмотрю, где она. Да, так что нам надо бы в другое мир сходить, чтобы сундук там открыть. У меня уже есть мир, где есть данж, где Кримзон. Это тот мир, где я там собрал эти штуки для Клинтоминейтера. И потом я будем не вижу валить... больше плантерна, значит где-то должна быть. Да, потом будем валить этих снежный легион, пиратов и. О, я нашел мимика, слышишь? О! Пожалуйста, перчаточка. Упс. Да! Да! У меня выпал. Я видел. И перчатка. Знамя наше выпало. Историю вообще. Да, знамя выпало. Классно. Че тут взял ХП вообще мало по. Ай, мимика! Это звучало странно. Ой, что-то спросило. У тебя ХП вообще по жесткому мало. Предлагаю искать плантер. У тебя ХП вообще мало, ты... Да, вот, другое дело. Ищем плантер. Я знаю. Плантер. Реально, мобов что-то вообще так много. Так много мобов, это... А-а-а-а! Чё выпало? Чё мне выпало? Джангл Ки Молд. А ладно. Да. Джангл говно, пац. Чё? Джангли в танглевом сундуке говно лежит. Я не помню, что там лежит, но в любом случае это круто. Нет, там не круто. Мои поиски теперь пока не увидят. Я сейчас всех этих томагавком просто подаю, они как все. А я плантеру нашел на карте, вот прямо вот сразу же. Да? Да. Можно где-нибудь ее как-нибудь отметить на карте, блин, а то... Сейчас... Я сейчас пойду к ней. А я хочу уйти с Angry Drader. Ну да. Лайфрут тебе не попадаются? Вот, я нашел плантеру. Да? Ага, только ты, надеюсь, сейчас не призывай ее, потому что у тебя ХП, посмотри, сколько. Да-да-да, надо мальца подкинуть. Я пока пойду вниз, посмотрю. Ага. Или что там еще? Блин, ну это был просто мимик моей мечты. Теперь у тебя будет этот... Fire Gauntlet, у меня будет эта механическая перчатка. Так, а все остальное уже у тебя есть? Я тебе нашел этот... Как шивое. Чё я там нашел? Хотя не вроде ничего не нашел, но у тебя будет уже этот Fire, у тебя Fire Gauntlet будет, мне кажется, уже. Ну тогда я же про нее говорю. А я, кстати, я нашел этот ведь еще для себя. Eglet of the Wind и коньки. А. Теперь у меня Frost Spark Boots. И еще я нашел. Ты знаешь, что вот этот вот томагавк, он самонаводящийся? Ну ты мне тоже сказал. Еще я нашел этот как шиво. Шарик для того, чтобы ты все равно свой этот проапгрейднул, хоть он тебе уже и не нужен, но все равно. Я нашел Spell Anchor Potion и зелье невидимости, но нам не нужно. Да. Нашел статую. Я, конечно, задолбался искать
Коньки в этом ледяном биоме, это жесть, но хотя бы я их нашел, теперь круто вообще. Я по льду так просто бегаю. У меня мой пигмей сошел с ума, он тупо встал около стены и стал в нее стрелять. Я нашел опять статую Сергеича. Он тупо встает около стены и стреляет в нее. Раз у нас не было статуи сердца? Не знаю, но я ее нашел. А ты куда уходишь-то? У нас хб это уже вроде так. Я ухожу на поиск. Да, ладно, так мы лантерну будем валить. Да-да-да, сейчас завалим. Так, да. Давай немного подкопаем, чтобы нам хотя бы место было где валить. Нет, там, нет, я знаю, где есть место. Надо тупо сейчас, когда я сломаю, тупо полететь вверх. И вот смотри, ты вверх посмотри, где у нас что вверх. Там, где зеленый фон начинается, сколько у нас там места. Тут залагал этот Angry Trader. Ага. На тебя вот этот, который он так залагал, сейчас забавно. Ты вот посмотри по карте, сколько у нас места сверху. Вот, если мы наверх ее ведем, там, где уже зеленый фон. Готов? Угу. Вот здесь? Еще выше, еще выше. Надо тупо ее туда увести. Так, вот, вот она появилась. Выше? Да, еще выше. Угу, вот здесь, да? Да, и это еще не здесь, еще выше, там будет вообще дофига места. Да можно и здесь ее вольнуть. Главное, чтобы она сейчас не деспавнилась. Да. Она ж, вот она, все. Еще выше ее видим. Да. Да, во-во-во, вот так, вот здесь вот как раз, да. О, подожди, только что что-то нашел. Я нашел Butterfly Dust. Ага. Это нам главное трофей Пантера. Так, все, вот здесь вот ее. Слышишь, да? Да, да. И она лагать начала. Блин, это вот так печально, когда она лагать начинает. Это обычно означает, что я сдохну. О, полегче, полегче, полегче. А, я... Ой, она мне в ловушку засунула. В ловушку тебя засунула? В ловушку! Чё ты вообще... Да где она? Да вот она! Ой, я, кажется, нашел лайффрут. Нет, это был твой пигмей. Да насрать на... Насрать на лайффрут. А все, она почти сдохла. Походу. Да, да. 5000 кп, это вообще ни о чем. Да. Для такого-то хардмодного босса. Я бы даже сказал пост-хардмодный босс. Да. Все, ты, все, пока. Эх. Выпал... О, что, выпало... Способ пигмеев. Да. И еще кое-что. Трофей? Нет. Что же? Сейчас. Это Венерин револьвер, это очень хорошо. Нет, ты подбери этот посох. А, посох. Какой-то сагиш. Минус 21. Смотри, что у меня. Цветочный удар. Ага. Ладно, валим отсюда.